Алоха. Если вы умеете читать название и тыкнули по превьюшке, это значит, что вы смотрите видео про тюрьму. Эта тюрьма находится в другом городе, за 40 километров от того места, где я живу. Если у вас есть глаза, вы, конечно же, видите, что тюрьма заброшена, и в этой тюрьме нет ни датчиков движения, ни камер, вообще ничего. Любой желающий, у кого есть две ноги и две руки, может туда попасть. Впрочем, как и я. Эта комната очень похожа на переговорную. Или комната свиданий, кто не согласен, может пойти поспорить со мной. Таблички деревянные, сделанные руками, очень мило и уютно. Забавно, что природа больше и больше проникает в тюрьму в виде, вот, допустим, этих осенних листьев. Когда-то тут людей держали, а вот тут листья, да я не сами тут. Смотри, тут два замка, наверное, было или три. Типа один вот здесь был. Лол, смотри, что я вижу, ну типа... Свою камеру.
Если под этим видео набирается 3 коммента под верни штаны, я подворачиваю штаны в следующий раз, когда снимаю таким образом ноги. Туалетах освещение синее для того, чтобы не увидеть ваши вены, если вы постараетесь, потому что цвет вен синий и освещение тоже синее, и вам будет затруднительно найти вену, чтобы уколоться в нее. Инструкция, как найти вену. В общем, вот вена, вот она. Как наложить жгут? Предположим, рана находится вот здесь. А жгут надо накладывать выше, чем рана, и перекрывать движение крови. И пульс руки должен пропасть. Вот, меряете пульс вот здесь, и он пропадает. Мы используем перчатку для того, чтобы перевязывать жгутом. Еще можно использовать ремень, и не шнурок, и перчатку, а что-нибудь другое. Ну, в общем, все, что у вас есть, чтобы перевязать руку.